О, Карибы, богатые и нетронутые земли, мой новый дом. Как здесь все красиво и многообещающе. Новая жизнь вдали от политических интриг старого мира. Возможность начать все заново и поступать по своему разумению. Мне осточертело затхлость воздуха и умов на родине. Нужно сменить обстановку. Мне удалось добиться назначения губернатором на этот остров. Впрочем, других желающих все равно не было. Уникальный подход к управлению позволит мне превратить эту колонию в настоящий райский уголок. Всего-то и надо немного досок, немного гвоздей, да верный и послушный советник. Добро пожаловать на Карибы, губернатор. Позвольте представиться. Лорд Оксфорд, посол его величества в этих местах. Его величеству нужны деньги для строительства нового подводного дворца. Он хочет, чтобы вы начали выращивать деньги. То есть, одну из культур, которая приносит огромные доходы. Его Королевское Величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Технический прогресс – путь к самостоятельности, губернатор. Нам нужно больше ученых, чтобы думать о важном и изобретать новое.
Мы — тени, управляющие миром. Мы — тайная власть. Мы — спасение человечества. Мы — орден, и ты станешь одним из нас. Его Величество пригласил лучших архитекторов для работы над проектом его новой подводной резиденции. Нам срочно нужны прибыльные сельскохозяйственные культуры, чтобы оплатить их работы. Мои поздравления! У меня для вас сегодня потрясающее предложение! Как представитель короны, я могу предложить вам эксклюзивную торговую лицензию. Способность полагаться на свои силы — это добродетель, которую я особенно ценю. Самодостаточность должна быть целью любой страны. Необузданная личная жизнь в вашем семействе привела к неожиданной беременности. Революции нужна поддержка народа. А народу по каким-то ускользающим от меня причинам нужна религия. Вы должны дать народу то, что он хочет. Отличные новости. Копаясь в ящиках с припасами для колонии, мы нашли серп. Он отлично подойдет к нашим молотам. Теперь производительность взлетит до небес. Великолепное будущее уже на горизонте. Thank you.
Когда родился наследник, все звери притихли. В небесах воссиял свет, и сама Чупакабра подошла к колыбели и поклонилась младенцу. По крайней мере, так напишут в учебниках истории. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Бремя власти изменяет наше представление о человечестве. Для нас люди всего лишь инструмент, требующий надлежащего применения. Быть колонией короны – нелегкий труд, и вы с ним не справляетесь, старина. Колонии Пуэрто-Коко и Исла-Роха показывают значительно лучшие результаты. Его Королевское Величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Наша исследовательская группа, то есть я, обнаружила совок 40 раз. Узнаю, кто его туда засунул, убью. В общем, я поручил шахтерам найти для него надежное место, где-нибудь под землей. Кто-то украл мою рукопись и издал ее под псевдонимом. Это была автобиографическая история о двух мужчинах, живущих на горе и дружащих крепкой мужской дружбой. Они даже украли сюрреалистический эпизод с двумя голубками под радугой. Что-то есть в этом нетрадиционное. Вижу, дома уже готовы. Увы, управляющие, предназначавшиеся для вас, были перехвачены островами Пуэрто-Коко и Исла-Роха. Революция требует равенства между всеми людьми. Теперь нужно из этих равных выбрать тех, кто будет приказывать другим равным.
Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Многие готовы отдать жизнь за свои идеалы. Тебе же придется отнимать жизни ради своих. Дружище, мне тут один верный человек сказал, что в этих горах водится золотишко. Почему бы не отправить людей на поиски? И хотя его величество находит забавной отсталость, царящую на вашем острове, сейчас он считает, что она может помешать его грандиозным планам. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Когда я в очередной раз костерил исследовательскую группу за отсутствие результатов и заявил, что за все, что они делают, отвечать будут все вместе, меня осенило. Они же бригада! Понимаете? Одновременно мы открыли натужные отсылки к популярным телешоу. Мы открыли, что если стоять над исследователем с большим... Его Величество лично прочел ряд докладов о вашей колонии и обнаружил одно серьезное упущение в ваших проектах. Есть такая поговорка, старина. Мой дом — моя крепость. Мне кажется, верно и обратное. Моя крепость — мой дом. Ну, или один из домов. Его королевское величество велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу на благо империи. Отличные новости! Мы разобрались в устройстве мушкетов, присланных короной. Оказывается, достаточно нажать на курок. Вначале исследовательский процесс шел довольно тяжело, но потом мы выяснили, что нельзя одновременно смотреть в дуло и нажимать на курок. Многие отдали жизнь за эти сведения.
Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Началось строительство подводного дворца Его Величества. Для оплаты этого проекта короне понадобится огромное количество фруктов, выращиваемых на острове. Мы — тени, управляющие миром. Боюсь, в вашей колонии дела по-прежнему обстоят неважно в сравнении с соседями Пуэрто-Коко и Исла-Рохо. Его Величество недоволен. Это катастрофа. Революционеры требуют, чтобы вы оскорбили короля. Было решено, что оскорбительное письмо лучше всего донесет нашу точку зрения. Король изъявил желание вывесить ваш... вы поняли, в дворцовом зале в качестве украшения. Дружище, вы оказались в трудном положении. Его Величество крайне недоволен вами и решил наказать вас, дав этим пример другим колониям. Мы, лидеры тропиканской нации, стремясь выразить на словах свободную волю народа Тропико следовать и повиноваться законам государства и придерживаться универсальных и традиционных тропиканских ценностей свободы, мира, любви... Народная поддержка дела революции растет, но это еще не предел. Нужно решить проблему трудоустройства на острове.
В море слишком тесно. Там полно затерянных городов, богатых американских промышленников и спящих древних богов. Его величеству не по душе такое соседство. Я понимаю, тебя терзают. Мы открыли бюрократизм. Он подходит ко всему и обладает безграничным потенциалом к росту. Люди сходят по нему с ума. Они готовы за ним очереди выстаивать. Иногда создается впечатление, что он самостоятельно стремится к росту.
Президент... Ой, что это я? Губернатор! Остров готов к революции! Президенты, нам пришлось вытерпеть 1000 порезов, но мы все-таки изобрели бумагу. На ней будет отпечатана сводка важных событий, интервью с важными тропиканцами и передовица. Каждый тропиканец получит возможность высказаться, а еще она облегчит президента визиты в комнату для медитации. Народная поддержка дела революции растет, но это еще не предел. Нужно решить проблему. Дружище, мне тут один... Мы — тени, управляющие миром. Мы — тайная власть. Мы — спасение человечества. Мы — орден, и ты станешь одним из нас. Президенты! Ой, что это я? Губернатор, остров готов к революции. Ваша декларация о независимости весьма позабавила его величество. We'll be right back.
Война! Война никогда не меняется! Всемирная экономика, иллюминаты, плохая погода и обычное невезение. Вот дьявольская смесь, из-за которой вы проиграли. Пожалуйста, когда будете уходить, оставьте на столе свою шляпу и бороду.